Советую тебе сэкономить нам время и сказать, где орудие убийства. Где трофей? Чёрт, а ведь правда. У вас же нет никаких улик. Ни одной. Это он. Ты арестован за убийство Марины Нуньер. Что? Держите крепче. Что вы несете? Что за дерьмо вы несете? Как вы можете так говорить? Посмотри мне в лицо и повтори, дрянь! У нас есть свидетель. Это твой брат. И мотив есть. Они убили ее из-за часов. На этой флешке была тонна дерьма о грязных делишках ее отца. Мы хотели за нее денег. Но эти сволочи вломились в мой дом и избили брата. У Марины были часы. Кто-то убил ее и забрал их. Один из этих богатых ублюдков, Маркиска, боялась больше всех. У нас нет часов. И ни одного доказательства шантажа. Ты можешь что-то сказать в свою защиту? Да. Идите-ка вы все в жопу.